проволок. Раньше был забор с колючей проволокой, помнишь? Иди сюда. Иди сюда. На меня. Об этом говорит весь город. Чтение не годится для женщины. Она от этого думать а мультик начинает. Я склон, ты такой дедикай, честное слово. Ну, спасибо, Бэк. Не хочешь ли прогуляться со мной до таверны и взглянуть на мои трофеи? Может, в другой раз? Я тебе покажу мультик. Сумасшедшая прелесть. Пожалуйста, дорогой. Я должна идти домой, чтобы помочь отцу. До свидания. Иди садись туда. Да ему нужна помощь врача! Не садись на пуфик, будем там сидеть, давай. Да, не говори так. Там не продают ничего. Там играют в шахматы. Пойдем. Вот так. Иди поиграй, там призы, наверное, разыгрывают. Призы. Пойдешь, нет? Там же был свист. А это что? Хоккей? Пойдем. Может, попробовал? Берем. Да. Я хочу колдовскую. Вот. А? Вот. Комиссия всех ведет. Видишь? Ребрышки. Ребрышки. Ань, о, блин, ребрышки. Куда их? А? Ань, пойдем покушаем, да? Пойдем покушаем, блин. Чай будешь? Чай будешь? Не будет, засмущалась. Пока. Спасибо.
Слушай. Раскачать тебя, Полин? Раскачать? Садись. Держись. Пойдем. Полин, пойдем. Бежал. Полин, это нельзя туда тянуть. Положи тут. Это не оттуда, Полин. Мы там возьмем. Пойдем посмотрим. Давай помогу. Где хозяин? Если они хотят драться, вы готовы? Подайте любую товарищу. Ты правда думаешь, она захочет тебя, если у нее есть такой, как я? Хорошо. Вот увидишь. Мэри, хочешь чая, могу тебе налить? Я должен был увидеть тебя чаю. Последний раз. Нет, нет. Пожалуйста, пожалуйста, не покидай меня. Папа, возишь мороженое? Есть в мире много разных стран, где якоря бросали. Где мне взять мороженое? Друзья, я грунт. Да, сейчас мы их догоним. К повороту приготовиться. Фокс. Ну почему вы стоите? Лом сказал, что вы в картах умеете разбираться. О, это сколько угодно. Карты мой хлеб. Только не морские, а игральные карты. Ну вы горячий. Просто жить. Хоть садись за парту. Стоп, иди. Расскажу по мастям все карты. Не игра, а чудеса. Действуйте. Простите, я забыл, где паруса. Я забыл, где паруса. Да, внутри обыщите. Где карма? Талет, бубен. Где канат? Девятка.
привык. Под мигом я привык. Я играю. Браво. Вот это совсем другое дело. Вот это работа. Молодец, Фукс. А теперь сдохнем. Что страшного? Так, очень хорошо, превосходно, Фокс. Чуть-чуть налево, очень хорошо, очень. А теперь переложите налево. Так, из вас выйдет хороший матрос, Фокс. Прошу прощения, ведь вы обгоняли. Капитан Врунгель со своим экипажем сделал остановку в нашем городе. Чтобы осмотреть местные достопримечательности. И запастись провизией. Куда? Это ближайший магазин? Не знаю, наверное. А ближе не было? Здесь не было? Может, там где-то есть.